Всем привет! Сегодня 14 июля, 7:30 вечера. Мы вот это еле вышли. Не, ну Игорь, правда, здесь молодец, все выкосил. Я не выходила сегодня. Компот сварила, закрыла баночку 2-литровую огурчиков и 2-литровую баночку сделала малосольными. Блин, жара. На градуснике сейчас 35. У меня такое ощущение, что сегодня все 60 было. Меня так расплющило на диване. Я еле встала. Надо ж хоть что-то за день сделать. Сейчас идем на кущевочку. Ну что ты, па? А я перчатки возьму. Так, я возьму перчаточки. Какие из них все равно. Сейчас мы выкопаем картошечку. А сестричка прислала только что видео, что копает уже лучок. Она давно кущевку выкопала. Это больше недели, наверное, назад. Сейчас мы посмотрим, что там у нас. С нашей страшнючей кущевочкой тоже в зарослях стоит, бедная. Ну да, еще ее нужно найти в этих зарослях. Первый рядок вообще страшный тут был такой. Ну ты как этот, как чеснок, просто подкапывай, а я буду выдергивать. Получается? Молодец. Да, так держать. Так держу. Не, ну тут как бы показывать особо, я говорю, что первый рядочек такой вин страшный. Ну, однако же, видите, тут манюхи такие, а тут еще три цибулинки такое. Папа, можно я сюда вот на дорожку буду? Конечно. Не можешь отказать мне? Так, ну и так далее. Сейчас мы пойдем. Такая деляночка. Ну, сколько тут рядков? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Пап! Нифига себе! 10 рядков. Обалдеть. Ну, 2 рядка первые я уже вырвала. Ну, такая страшненькая. Есть тут под конец уже такая неплохая кущевочка. Так, так, так. Нет, это даже не она. Нет, вот такая вот. Очень даже ничего. Такая. Ну, а так первый рядок, конечно, вообще такой был страшненький. Ну, вот такой. Неплохо. Тут половина мелкого. Не, ну, это не очень, конечно. Ну, что тут третий у нас? О. Не, ну, такая, конечно, если бы вся была кущевочка, то было бы довольно-таки ничего. Так. Ну, она в розетке. 3 крупных. 3 никаких. Ага. Вот такая. Так. Ну, вот хорошая розеточка. Очень даже неплохая. Сейчас посмотрим, что мы тут навыращивали. Какой кущевочки. Короче, розетка на розетку, конечно, не приходится. Это факт. Да, по сравнению с прошлым годом
Я оставлю ссылку в описании на видео, как мы в прошлом году собирали кущевку. Так вообще мы были довольны. Хорошенькая такая кущевочка, так хорошо уродила. Красивенькая была, крупненькая. Не знаю, что в этом году у сестры тоже такая не очень. Или не год ее, или что-то где-то недоухаживали. Ну хорошо, продолжу. А ну вот еще тут. Убираю, да? Мотоблоком убираю, да, картошку? Ну, покрываю, картошку не там уже. Ух ты. Ага. А, ну это, наверное, какая-то насадка там, да, за? Да, купил в этом. Ага. Ну вот, видите, люди картошку собирают. А, ну и я ж сегодня ж дошло дело. Мама с сестрой говорят. Никакой, короче говоря, никаких брызганий. Картошка уже просто подошла. И я начала смотреть, а у меня, да, ранний сорт. Срок созревания 70-90 дней. А сегодня ей 90 дней с момента посадки. Ну, получается, со сколько там, со всходов 90 максимум дней. Ну, всходы, там неделя она за неделю всходит. Ну, вот ей же максимум неделю еще постоять. И все, и тоже всю картошку нам надо убирать. Фух, а я думаю, боже мой, моя картошка развалилась, да, Игорь Владимирович, поболела. Короче, третий год, а еще мозгов мало у нас, этих деревенских знаний. Ну и однако же со всеми своими овощами, да, пап, да, забитым погребом, как бы там ни было. Ну что, постепенно все выучим, культур много, у каждого свои особенности. Потихонечку. Так, каждый раз она подстраивается, потому что, видишь, как в этом году все на 2-3 недели раньше созревает. Ну да, плюс все равно какие-то погодные условия, надо все открыть, еще раз посмотреть, что где, когда допалить, что-то уже не надо. Ну, короче, и так далее. У каждого своя агротехника, все надо знать. Ладно, погнали мы дальше. Игорь уже докапывает, а я болтушки тут устроила. Ну, переберу самый крупненький, выберу, посмотрим, сколько получится. Однозначно мне его хватит. У меня в прошлом году мы вырастили 180 килограмм лука. Поэтому никто эту кущевку вообще не трогал. Что взяли на посадку и все. То есть вырастили, чтобы опять посадить. Не ели ее, ничего. Как этот турецкий повар. А я украинский огородник. Игорь Владимирович с улыбочкой копает огород. Все, я поехала дальше. Все, мы управились. Раскидали. Ну, оттуда уже как докидывали, так и докидывали. Ну, есть вот такая неплохая кущевочка. Да есть, ну, смотрите. Вот. Вот, смотрите. Так. Тут будет выбрать хороший. Вот розетка. Три нормальные, три вот мелкие. Ну, короче говоря, нормальная. Нормально. Я думала, будет намного хуже. Что вообще такая мелочь пузатая, ни о чем. Что так произошло в прошлом году, и ботва такая красивая стояла на кущевочке. А ты зачем приехал, па? За буряном. А, за буряном. Ну, ты же говорила, чтобы он побыл в этом. Да, и бурьянчик заодно прорвали. Вот такой у нас участок освободился. Ну, короче говоря, вот столько кущевочки. Я потом ее переберу, крупненькую, понятно, отдельно, она просохнет на хранение, на чердачок. А мелочку, да, ее нафиг, мелочь, выброшу, да и все. Фух.
Да, ну таки и непонятно, и не видно, сколько ее здесь. А, так это этот сивочек. Ну, вот сивок ты зацепил. Ну, такие дела. Пусть она вот так вот лежит, не знаю. Сейчас еще у мамы спрошу. Ну, вроде бы она так и должна. Давай, давай. И все. Пускай подсыхает. Тут вообще такие хорошие экземплярки. Чик. Хорошая. Хорошая, нормально. Нам точно хватит. Учитывая, что мы не едим ее, а только выращиваем и садим. Посадили. Похоронили, опять посадили. Все. Билет купил, пошел. Ну, такие дела. Ну все, молодцы. Сегодня хоть какое-то дело сделали. Полезное. Да, Игорь Владимирович? Ой, блин, а сколько. Слышь, там земельки немерено. Да нет, я пообивал. Да. Окей. Ну все, друзья. Вот такие дела. Сейчас, что я хотела? А, я даже не скажу, что я хотела. Я как в своем репертуаре. Ну, сейчас что-нибудь еще поделаю. Не мешало бы еще чуть-чуть морковку прорвать. И будем на сегодня закругляться. Только начали и будем закругляться. Ну, я, по крайней мере. Опять сегодня полдня на кухне. Вечерок хоть что-то в огороде сделать. Все, вот такая кущевка. Ну, про кущевку еще будет репортаж, когда я ее переберу. Так что всем пока.